тем временем в селе Кулаково Тюменского района строится воскресная школа. Участие в ее возведении принимают как служители местного храма, так и жители. Этой зимой начнется внутренняя отделка помещения, но средств на продолжение ремонта пока не хватает, рассказывает Юлия Никифорова. До наступления морозов нужно успеть покрыть крышу. Стройматериалы на новую воскресную школу собирали всем миром. Помогали и прихожане, и меценаты. Но денег пока все равно не хватает. Основные работы наружные закончены. Крышу мы сейчас заканчиваем делать. Но дальше отделочные работы, которые, надеемся, уже этой зимой начать делать. А пока уроки проводятся здесь, в небольшой сторожке у храма. Она выполняет роль трапезной, музыкального кабинета и кухни. Ребята с нетерпением ждут занятий уже в новой школе. Сейчас набор произошел маленьких детей. Пришло снова много их. Это с 5 лет до 10 получается у нас 15 человек. И остальные постарше, с 10 до 12 лет. В новом здании появится большой зал для творчества, столовая и кабинет для сбора гуманитарной помощи. Помимо воскресной школы, в планах прихода и восстановления архитектурного объекта – школы Николая Чукмалдина. Правда, на это, по расчетам реставрационной комиссии, нужно 14 миллионов рублей, которых у прихода нет. Поэтому посильную помощь может оказать каждый. Юлия Никифорова, Сергей Жернаков, «Тюменское время».